Всем привет, дорогие мои, с вами Конна Ваня, проект Фаберлик Онлайн и, конечно же, купоны, купоны, купоны. Тут почти все по купонам. Итак, конечно же, если есть в купонах то, что у нас быстрее всего заканчивается, я это и стала заказывать. Вот смотрите, имбирный напиток по пуле я заказала дорого, потом смотрю, он еще есть по купонам, поэтому взяла. Вообще у меня заказ получился, знаете, такой немаленький. Он у меня получился на 500 баллов, но тут практически все. Вот считайте, вот смотрите, видите, мне вложено еще вот 60 купонов за эти 500 баллов. И больше всего, что мне, конечно, очень-очень понравилось, это комплекс К2 и Д3, стоил всего 962 рубля. Сейчас я зашла на сайт и пожалела, что не взяла больше, потому что, когда отправляешь маме, папе, еще маме, еще папе, то нам не хватает, к сожалению. И что-то я не подумала взять больше. Почему-то вот я взяла маловато, а сейчас он стоит 1481. Поэтому, конечно, кто вот следит за своим здоровьем, К2, Д3, вот этот вот отбей, если его нужно обязательно, если вот по такой скидке хороший, я бы его даже, наверное, взяла бы и штучек даже бы 12, 13, 14, даже 15 могла бы взять, но что-то вот не взяла. Очень сожалею, потому что я думала, о, он подешевел, а он не подешевел, он был по акции. Давайте же с вами начнем. А с того, что я взяла один антипаразит, мы решили с Антошкой пропить. И забыла изменить количество, потому что тут 21 фильтр-пакетик, его надо пить месяц вдвоем. И написано, что способ применения 1-2 фильтр-пакетика. И если 21 фильтр-пакетик нам вдвоем по 2 пить, его хватит очень ненадолго, как вы понимаете, потому что 2 пакетика в день, это хватает на 10 дней такой пачки, если одному человеку пить, и на 5 дней, если пить вдвоем, по 2 фильтр-пакетика, ну еще там один пакетик остается. Честно вам скажу, что вот этот антипаразит, его, если вы вдвоем пьете, то лучше взять штучки 4 сразу, это во-первых, вот судя вот тут по аннотации, и во-вторых, самое интересное, это то, что он очень неприятный, он очень невкусный, но он очень действенный, обычно после чистки таких чаев получается, прям, знаете, такой прилив сил, энергии, потому что вот этот антипаразит, он, в принципе, выводит всю пакость из организма, не обязательно, ой, у меня глисты, но еще и кучу другой пакости. 21 фильтр-пакетик, он обычный, и вот мы сейчас с мужем его выпьем, но больше я пока заказывать не буду, потому что он очень неприятный, и из-за того, что он очень неприятный, его пить-то неприятно. Но если бы я взяла 4, мы бы с ним прям вот пили бы, да? Сейчас нет, сейчас не хочется, он меня закашлял, я ему завариваю бронхо. У нас, кстати, тоже бронхо закончился, а я почему-то взяла только 2. Итак, с артикулом 156-68, вот такой в компании Фаберлик есть чай-антипаразит, который мой врач лично, она рекомендует. Далее, мамуля взяла сахар-контроль, диабетический травяной сбор с артикулом 156-65. Вот такой вот у него классный состав, ей как раз надо, у нее инсулинозависимый. Также взяла свои любимые семена чиа, обожаю их класть везде, где только можно класть, они суперски набухают, любое блюдо становится такое слизистое, похрустывающим. Я прям обожаю этот аромат, вот именно этого чио. Артикул 157-54, как будто кушаешь с какими-то действительно семечками. Состав тут чистый, семена чио. И нужно 1 столовую ложку добавить, например, в стакан воды, коктейля, сока или любого другого напитка. Лично я добавляю в йогурт себе его. Подождать в течение 30 минут. Я жду минут 5, у меня уже вкусно получается. И пока семена чио впитают жидкость и приобретут желеобразную консистенцию. Клево, клево, классно. Это огромный источник витамин. Этот продукт еще, кстати, обожает у меня и дочка. Это источник омега-3 кислот. Также это идет укрепление иммунитета. Также это источник растворимой клетчатки. Отлично подойдет в приготовлении завтраков, пудингов, десертов и как самостоятельное блюдо. Омега-3, да, вот они такие. Обычные такие вот семечки. Я даже так просто иногда беру и хрущу. Только нужно их водичкой потом запивать. Клетчатка тут идет 34 грамма на 100 грамм продукта. Она способна поглощать воды в 12 раз больше собственного веса. Это позволяет быстро утолить голод и не получить при этом лишние калории. Также тут идет витамин А, витамин Е, витамин С, цинк, калий, фосфор, калий и другие минералы, которые необходимы организму. И в упаковочке идет 200 грамм. Страна производства Россия. И вот, знаете, кайфую. Просто кайфую с него, потому что и детям он полезен, он всем полезен, но мы его прям сильно много ложим.
булочками, каждый день не едим, но все равно он получился у нас очень недорого, поэтому классно. Вот этот же имбирный, например, напиток, мы его частенько пьем, когда кто-то заболел, потому что он идет с имбирем. Имбирь, он идет как приятность и лекарственное средство. Я имбирь очень не люблю, скажу вам честно, я прям очень его не люблю. Так, тут видите, зип-замочек, но перемешалось. Оказывает всегда антимикробное, противовоспалительное, согревающее, общее укрепляющее действие. Также идет китайский лимонник в составе. Он идет как источник витаминов, минеральных соединений. И, конечно же, также препараты на основе лимонника не повышают сопротивляемость организма к неблагоприятным воздействиям окружающей среды и способствуют скорейшему восстановлению после заболевания. Его можно пить и до, и после. Мед, он известен в современной медицине, что он лечебный, антибактериальный, диетический, общеукрепляющий и так далее. А шиповник, он улучшает иммунитет, повышает сопротивляемость организма к различным инфекциям. Чай получается такой насыщенный, не очень остренький, потому что вот я имбирь терпеть ненавижу, но вот этот имбирный напиток я могу выпить. Если я почувствовала какое-то недомогание, и я не знаю, думаю, а вдруг я как-то вот простыла, еще что-то, я начинаю пить живицу, я начинаю пить имбирь, я начинаю пить оливу, и я могу не разболеться. Вот у меня тут муж затемпературил, я сразу выпила противовоспалительный. Через пару часиков я выпила живицы 5 штук, а потом еще через пару часиков имбирный напиточек. И вы знаете, как-то вот даже еле уснула, хотя имбирный напиток я пила уже около 6 вечера, но, наверное, я вот так перебодрила свой организм. Далее. Смотрите, коралловый кальций, я его пью всегда и всюду, это минеральная композиция для кондиционирования питьевой воды. Тут идет 12 пакетиков по 1 грамму, артикул 157.30. Ну и получается, вот эти 12 пакетиков мы разом расходуем всю пачку на 19-литровую бутыль. 12 штучек на 19 литров маловато, но нам так удобно. Я думаю, что все равно он сколько-то докондиционируется. И вот он очищает воду, делает ее более полезной, улучшает усвоение кальция там и так далее. Следующий чай — это Energy, тонизирующий. Я его люблю пить с утра, он мне действительно нравится, и он вкусный. Он идет, как, знаете, не как травяной, а как красный такой чай, прикольный. Очень похож на каркаде, но не каркаде, он не кисленький. Он такой, знаете, обычный классный клевый чай с красным цветом. И вот тут как раз корнеплод свеклы, элеутерокока, лемонграсса, солодки, имбиря, гибискуса, земляники и лист мяты. Очень нравится, люблю прямо. Артикул 157-51, ну и действительно бодрит. Но вот если его тоже пить 21 фильтр пакетик, по 2 пакетика в день, то его хватает на 10 дней. Поэтому вот пока были купоны, я заказала побольше его, потому что пью не только я, но и все жители квартиры. Далее чай Immunity. Ну, частенько бывает, что пропиваем. Я вообще люблю травяные чаи. Мы даже, когда ездим в огород к родителям, мы всегда нарываем там всего-всего-всего, особенно листья смородины, и все это завариваем, пьем, прям кайфуем. Артикул 157.70, тут идет хиноцея, чабрец, земляника, ромашка, шалфей, календула, зверобой, иван-чай и березовые почки. Тоже очень хороший чай, но он уже не красный, а травянистый, обычный. Олива, он самый вкусный для меня, вот на самом деле чай, очень нравится. Идет как противовоспалительный, антибактериальный, антиоксидантный, иммуностимулирующий. И когда, допустим, там Викуся, там чувствую, начинает болеть или еще что-то. Вот вчера я выпила, прям заварила себе 2 пакетика оливы после фотосессии. Фотосессия была просто суперская, ребята. Мы там что только не вытворяли, мне так понравилось. Ну, я тут чуть-чуть вставлю вам про фотосессию. Но на самом деле она шла 4 часа. Все 4 часа, конечно, в обзор не вставить. И мы очень много ходили на шпилек. 5 часов на шпильках вот таких здоровых, вот таких вот высоких. И честно вам сказать, я вот эту оливу противовоспалительную на ночь уже пила, потому что коленочки побаливают. Все-таки мне уже скоро 39 исполняется. И в августе, почему сказала в августе? В августе у меня дочь родилась. Да, в сентябре папа, в октябре я, в ноябре старшая дочь. Вот 2 октября, ну, считайте, меньше, чем через 2 месяца, мне вот 39 уже. И, конечно, вот я прям почувствовала, что у меня ноги болят. Я их намазала аргинином, потому что шпильки прям высокие, но фотки просто класс получаются. Я их все намазала аргинином. Сколько-то отдохнула после фотосессии, прям накрашенная, полежала в телефоне, потому что ноги вверх положила, полежала в телефоне. Потом целиком сходила в душ и второй раз на
нанесла аргинин. И, конечно, когда я лежала, я ждала вот противовоспалительный сбор, пока он заварится, настоится, и вот залпом выпила вот эти два пакетика. С утра встаю, мне вот очень понравилось, потому что нет ни отеков, ни на ногах отеков нет, ничего нет, потому что все-таки, когда ходишь много на шпильках с непривычки, в обычной жизни я люблю спортивные костюмы и кроссовки, но красивой тоже хочется побыть, поэтому надеваешь классное платье. И тут вот эта вот олива мне тоже пришла на помощь, я заварила, и он как противовоспалительный, все-все мне заживило, у меня с утра ни ножки не болели, ничего, вот аргинин и олива, сверху и изнутри, как говорится. Чистота и легкость тела, у нас есть еще капсулы такие Гидрейн с артикулом 157-71, тоже взяла с удовольствием, много штучек. Он идет как, оказывается, и бактерицидный, сосудорасширяющий, анальгезирующий, спазмолитический, патагонный, ветрогонный, желчегонный, божечки ты мой, также тут идет ежевика, крушина. Кора крушина, она идет как слабительное, очищающее. Если его заварить крепко, то из дома на следующий день вы никуда не выйдете. Поэтому осторожней с этим чаем. Трава алтея, цветки пижмы. Мне врач говорила пить травяной сбор, значит, полынь, пижма и кора крушины. Я его как бы пила, он шел как противомикробный, противопаразитный и противогрибковый. Вот что-то такое, противоплесени. В организме оно же все есть. И вот тут вот, считайте, практически такой же состав, только может быть получше, посильнее и менее горький. Потому что когда пьешь полынь, это просто жуть. Какая она горечная. Побеги омелы белой, александрийский лист, трава хвоща, кукурузная рыльца, трава репешка и цветы вот пижмы идут. 157-71. Ну, его лучше пить на ночь и с утра, понятно, сразу же в туалет. Никак по-другому. Далее вот бронха. Осталось еще вот 4 пакетика, но я мужу утром-вечером сейчас завариваю. У него начало откашливаться. И я смотрю, вот в траве, у него бронхит, ребят, был бронхит 38. Первый день была 39,5, потом 2 дня по 38. Потом мы сходили, нам сказали бронхит, антибиотики, все дела. Я Антохе говорю, Антох, давай полечимся. Ну, вот так вот пока без антибиотиков посмотрим, да, там чаи, еще что-то там, сиропчики всякие. Все, вчера он ходил на прием, ему сказали, что у него просто бронхит уже, как бы, и он говорит, у меня все откашливается, все нормально. Вот я и говорю, вот это вот отхаркивающее, мы просто ему лошадиными дозами начали давать, и все по 3 раза в день, и все отлично, потому что тут шиповник, солодка, шалфей, ромашка, чабрец, мать и мачеха. Отличнейший состав для бронхов, вообще для легких, просто отличнейший состав. Тем более я помню, что у меня Катюшка моя, вот взрослая дочка, когда я ей в детстве покупала в аптеке корень солодки, у нее тоже кашель проходил. Так вот, тут то же самое, видите, корень солодки, шиповник, шалфей, ромашка, тут еще круче состав. Поэтому 156-69, я вам прям гарантирую, что он работает, потому что я его испытала на практике уже раз 5, наверное. Заказываю я его уже, наверное, раз 6. Его можно и детям, и всем, потому что я заваривала своей дочке. Своей дочке заваривала. Вот, поэтому я взяла вот пару пакетиков, потому что решила, что этого и так у меня тут всего добра много. И я подумала, ладно, я пока не буду столько много брать. Далее, как видите, К2-Д3 с артикулом 208-115. Вот эти вот. Жалко, что я взяла мало, потому что, ну, считайте, мамам, папам, дочкам, а нам с Антоном даже не взяла. Далее взяла мамульки Артрофорте. 2, 4, 6 штучек. Мамульки с папулькой, каждому по 3. Дочка никогда в Мурагина к своим родителям не ездит с голыми руками. Я всегда им и чаев привожу, и всего привожу. И вот честно сказать, я, ну, не знаю, насколько это эстетично. Но вот, например, на этом чае я папе подпишу: хорошо ходить в туалет. А тут я ему напишу, чтобы не болеть от воспаления. Вот тут вот прямо буду наклеивать, потому что он плохо понимает. Тут я ему напишу, что пить каждый день для иммунитета, потому что ему вообще, вот, знаете, как-то вот, ну, 76 лет, ему сложно вот эти все английские слова. Далее, конечно же, живицу. Ну, уже не первый год. Ну, бывают, конечно, дни, моменты, когда мы забываем это, но так, по идее, в каждой семье, даже няни, даже хозяюшки по дому, я сама, муж, дети, все пьют. Викуська моя, 9-леточка, ей 2 августа 9 лет уже исполнилось, она пьет 3 штучки с утра. Все остальные пьют по 5 штучек, взрослые, утро. Если начинаем болеть, просто пьем по 5 штук 3 раза в день и выздоравливаем. Тут мужу я давала по 5 штук в день, чтобы он выздоравливал. Артикул 157-28, поэтому везу мамам, папам, себе. Тоже вот взяла маловато, но я вот не знаю даже, почему так, но вот не подумала. Так, полностью у нас кончился Q10.
полностью кончился Q10, поэтому тоже взяла 6 штучек. Вообще-то нет, Q10, я даже больше, наверное, взяла. Вот Q2, D3 я взяла, получается, 9 штук. Угу. А Q10 я тоже взяла 9 штук, просто не все выставила. И вот 9 штук я взяла Омега-3 Форте и 9 штук от Артра Форте. Ага, все понятно. Вот смотрите, вот этот Q10 это энергетика на клеточном уровне. То есть не то, что вы пару штук выпили и запрыгали, заскакали, как с энергетиков из магазина. Нет, это Q10 это срок жизни клетки. Весь организм состоит из клеток. И сердце, и печень, и кожа, и глаза, все из клеток состоит. И вот как раз Q10 отвечает за срок жизни клеток. Именно Q10. Так, значит, артикул 157-23. У меня, кстати, тут парикмахер приходила, смотрит, у нас Q10 стоит. Она такая говорит, ой, а мне тоже Q10 прописали. Врачи часто Q10 прописывают, потому что все болезни, все наши болезни идут от нехватка витамин. Далее, дорогие мои, заказала я, значит, ресницы. Проходила с ними день. Скажу честно, все понравилось, но клей пришлось другой покупать. Ресницы у нас действительно клевые. Ленты хорошо держатся, пусть они не магнитные. Но вот этот клей с артикулом 50-31, он просто не выдавливался. Я ничего с ним сделать не могла. Вываливался какой-то вот, знаете, порошочек. Вот видите, надпись Фаберлик, все. Вываливался какой-то вот порошочек. И потом уже, вот видите, он просто не работает. Он просто рассыпается такими кучками. И ну нереально что-то где-то наклеить. Вот. Он уже не липнет, ничего, может, я в инструкции посмотрела, написано выдавить, что его, разводить или что. Я так, в общем, я так и не поняла, что с ним делать, с этим клеем. Клей оказался нерабочий, он пересохший. Я посмотрела дату, дата тоже хорошая, 05.01.2022 срок изготовления. Ну, все нормально. Вот тут, видите, написано, нанесите тонкий слой вдоль основы накладных ресниц. Где я взяла этот тонкий слой, если оттуда вываливаются катышки? Поэтому все, я это выкину. Ну, это, грубо говоря, пустые баночки. Я хотела там рассказать, но пока я дождусь, пока они накопятся. Вот такая вот ерунда. Поэтому, если вы уже заказали клей с ресничками, артикул 50-31, если вы его заказали, то на пункте выдачи прям откройте и проверьте. И если что-то не так, отправьте на возврат. Что-то тут не то. Пусть исправляют или что, я не знаю. Дальше, омега-3 Форте. Омега-3 Форте. В общем, мой врач сказала, что при любых воспалительных процессах омегу-3-6-9 нельзя. Можно только омегу-3, потому что омега-6 и омега-9 поддерживают воспалительные процессы в организме. Вот так сказала мне мой врач. Она сказала, что у вас воспалительные процессы есть, поэтому вам их не надо. Особенно, когда человек болеет, оказывается, омегу-3 Форте, она сказала, можно пить после еды аж по 3 даже. Аж по 3 таблетки, но это только во время еды, во время болезни я имею в виду. И полиненасыщенные жирные кислоты пьются во время после еды, не во время, а после. Артикул 157-79, поэтому вот покупайте и обязательно пейте, и вы, и дети, и все пейте. Ну, у нас есть детская еще омега с глицином. Мой врач сказал, что это очень хорошо, и пусть я покупаю побольше, и пусть она каждый день по 2 штучки ест, можно без перерыва. Но вот вы знаете, хоть в лоб, хоть по лбу, мой ребенок не стал ее кушать ни в какую. Нет, и все, вот нет. Нам пришлось ее прям по 3 штуки в день кушать, потому что там детская дозировка, мы ее кушали. Ну, врач говорит, и по 5 можете, потому что детская дозировка. Ну, мы так по 3 штучки все разом встали. Считайте, бабушка, дедушка, я, Антон, Катя, да, 5 человек. По 15 штук в день, хоп-хоп-хоп. У нас она, конечно, быстро кончилась. Но вот я прям расстроилась. Не стала ребенок пить с глицином. И сейчас мне она говорит заказать глицин на Вальберис. Она своим детям заказала, вот и мне дала ссылочку, говорит, закажите тоже глицин на Вальберис. Но у нас есть глицин в составе с магнием. Лена сказала тоже пить магний. Вот мы сейчас пропиваем активную какую-то форму магния. С Вальберис ее тоже заказали. И потом перейдем на наш NoStress. Там есть и глицин, и магний. Представляете? Вот попьем. Что дальше? Алоэ Баланс. Тоже хочу отвезти родителям пару штучек, маме, папе. Почему? Потому что тут как раз 20 порций, то есть на 20 дней им хватит. Что это такое вообще? Это концентрат безалкогольного напитка, источник жизненных сил и энергии. Его лучше пить с утра натощак.
одно из первых растений, которое люди стали применять в лечебных целях. Что он делает? Он поддерживает естественную работу пищеварительной системы, он стимулирует процесс пищеварения, он поддерживает обмен веществ, он восстанавливает защитные силы организма и улучшает самочувствие. Также, конечно, в народной медицине активно используются противовоспалительные и разнозаживляющие свойства именно алоэ. И с этой целью растение применяется при лечении трофических язв, ожогов, ран, а также профилактике лечения глазных заболеваний и устранения различных проблем. Это растение идет как иммуномодулятор. Пить его можно прям 3 месяца. Вот мне мой врач сказал, прям 3 месяца можно пить. В состав у него идет вода, подсластитель, регулятор кислотности, гель алоэ вера, загуститель, ну, в принципе, и все. Что хочу сказать. Вот тут с артикулом 157.39 объем 100 мл. Способ приготовления. 1 чайную ложку 5 мл мы разводим в стакане 200 мл. То есть чайная ложка 5 мл на стакан 200 мл воды и употреблять 1 или 2 раза в день. Мы его начали пить натощак. Я вам могу сказать, что прям действительно штучка классная. Какая-то даже бодрость есть небольшая. Ну и написано, что тут 20 порций на 20 дней. Например, 40 дней вы будете пить вот столько. Одна. А если мне надо маме и папе, ну тут, конечно, не хватает, но я потом еще закажу. У меня опять-таки купоны кончились. Опять-таки кончились купоны, а хочется всего побольше и так дешево. И, конечно, есть большая разница. Или 900 рублей, или 1481. Прям разница большая, поэтому я вот взяла таких вот 9. Поэтому алоэ баланс будем вспоминать, пить. Поставлю там, где люди с утра пьют воду. Ну, вы знаете, я обычно делаю как? Я просто вот понимаю, что чайная ложка это так немножечко бульк. Просто так шлепа прокинула. Это такая вот водица. Она идет вкусненькая, кисленькая. Ну, алоэ, конечно, попахивает. Привкус алоэ вот этот вот есть. Если вы ее куда-то прольете, оно будет сильно липнуть поверхность после того, как высохнет, да, вот слипаться. Поэтому тут с этим делом поосторожнее. Я вот где-то один колпачок налила, вылила. Иногда не на 20 применений хватает, а на 18. Иногда, ну, вот как-то вот так. Я плеснула на дно и нажимаю 200 мл на дозатор. И у меня выливается там. 200 мл отмеривается, я выпиваю. Вот такая вот штукенция. Далее кофе. Доброе утро, добрый день. И еще реснички вам покажу и закругляемся. Вот сколько у меня было купонов. Вот. Даже считать не хочется. Ну, тут больше 60, но меньше 100 точно. Вот так я вам скажу. Доброе утро. Я заказала 13 штучек, но они сразу уедут свекру в деревню, когда он поедет. Я прям ему в комнату уберу, положу 16.048. Один мы дома оставим, потому что он дома иногда ночует. Он там дом строит, ему вообще не до нас. 16.048, 95 грамм, одну дома оставлю, остальные 12 штук отправлю ему туда, он там пьет, строители у них там пьют, еще что-то, в общем, быстро он у него что-то, вообще прям быстро улетает. Я говорю, слушай, тебе коробку закажи, кофе у тебя за месяц кончится. Он, ну уж, говорит, не за месяц, но быстро, смеется. Больше не было в наличии, я бы взяла больше, но больше не было в наличии вот этого доброго утра. И взяла 20 штучек, вот этот вот добрый день, у меня его пьет пол подъезда, поэтому 20 штук прямо. 16.049, но я уже рассказывала на закрытых вебинарах, что мне мое окружение, ну, жители моего дома, моей длиннющей 10-этажки, ну, где-то делают мне 100 баллов в каталог. Остальные там 400-500 баллов я делаю на себя, на родителей, на семью. А вот тут все, в принципе, да, как вы видели, я вот так распределила и понимаю, что мало. Понимаю, что не хватает. Поэтому, а баллов, видите, а баллов 500. Вы представляете? Обалдеть просто. Вот я сейчас смотрела корзинку, и получилось 31 тысяча к оплате. Да, 31 тысяча к оплате получилось, это точно он. И вот видите, 508 баллов. А заказала все немножко, потому что БАДы это полнобалловая продукция, за нее много баллов берут. Цена каталога 60, а вот тут куча скидок, и 31 тысяча у меня получилось. Тут еще у меня 26% от цены каталога. Омега 9 штучек, 962 рубля. Ой, надо было брать 29. Вот честно, уходит только так. Хотя меня врач тут отправил анализы сдавать. Я говорю, хорошо. Далее масло растительное 9 штук, коэнзим Q10. 3 форта 9 штук, артрофорта 9 штук. Вот 13 штук кофе «Доброе утро». А вот еще инзи-повар где-то был. Ага. Ну вот смотрите, инзи-повар нечаянно куда-то разобрали, убрали, наверное, не заметили в куче мале. Вот инзи-повар, 3 штучки. Ну, он идет как
Ну вот у меня есть, допустим, аллергия на перец, я перец съела, и он мне очень хорошо помогает. Очень прям хорошо помогает. Далее обживиться, тоже 9 штучек. Потом 20 штучек, вот, добрый день я взяла, и пошли вот эти вот чаи все. Видите, все-все по многу. И вот вроде бы ничего не взяла. А, еще шоколадок взяла дочке, но она их уже прикончила, к сожалению. Пока обзор лежал, она их прикончила. Шоколадки. Ну и последнее, что я вам хочу показать. Очень такой спорный момент. Поносила я реснички, вот они, кстати, поношенные реснички. Я заказала больше, почему-то думала, что они одноразовые. Они не одноразовые оказались, не представляете, они оказались не одноразовые. Ну ладно, израсходую, лежите, они хлеба не просят. Вот эти вот реснички, я их, по-моему, клеила и обрезала. Ну что могу сказать, на покупном клее держится хорошо. Этот клей я не смогла выдавить, не смогла им пользоваться, к сожалению. Ну и они сами по себе еще даже очень хорошо держатся. Если взять пример, то, что я привыкла, так, это у нас какие были реснички? 79-65, вот они уже обрезанные. Вот это размер моего глаза получается. Ну вот, видите, маловато же, маловато. Я вот если делаю наращивание, я делаю погуще. Если штучка к штучке сделать, может быть, вот это и есть мое наращивание. Вот, наверное, вот так я и наращиваю густо. Делаю вначале меньше длину, в конце больше. И получается как бы аккуратненько, как у кошечки. Тут они такие вот, видите, прямые. Вот двойной слой. Ну вот, девчонки, кто наращивает ресницы, у мастеров, они поймут. Тут вот один слой. В принципе, так-то вот и нормально получилось. Но хотелось бы, конечно, погуще. Вот, и еще есть ресницы 87-54. Я так и не поняла, в чем между ними разница, потому что мне показались они одной длины и все такое прочее. Но, в принципе, в аннотации на сайте можно почитать. Честно скажу, хороши. Я прям в восторге. Меня прям они улыбнули. Все как бы хорошо. Ну что ж, мои дорогие, с вами была Коннова Аня, проект Faberlic Online. До встречи с вами в новых видео. Реснички рекомендую. И сейчас еще покажу, какой клей я заказала под них другой. Так, вот этот клей я такой вот заказала. Я заказала по совету своего визажиста. Честно сказать, сама я, к сожалению, не понимаю ничего в этих клеях. Вот. И говорю, ты мне будешь покупать, пожалуйста, закажи мне тоже. Она мне пару штучек заказала и все это присчитала. Вот таким вот образом получилось. 7 грамм. Вот этот хорошо клей, долго держит, легко реснички снимаются. И, ну, водостойким средством я убирала остатки клея, которое было на веках. Скажу, что понравилось, скажу, что как бы вот ежедневно их носить будет одно удовольствие. Не знаю, насколько их хватит, но вот день я в них проходила вот реально без проблем. С ними все хорошо и даже можно еще приклеить. Ну что ж, всем пока-пока. С вами была Коннова Аня, проект Faberlic Online.